Стратегия развития инновационного кластера была разработана еще в конце прошлого года. Ее защита прошла на уровне Министерства экономического развития России, где документ получил очень высокую оценку и вошел в тройку лучших заявок. Основная цель – это создание не менее 10 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест буквально за ближайшие 4-5 лет, привлечение в экономику региона не менее 100 миллиардов рублей, именно высокотехнологичные производства, но, безусловно, повышение налогооблагаемой базы и принципиальное изменение структуры экономики. На расширенном заседании обсудили структуру целевых показателей, деятельность кластера. Были определены стартовые значения и обозначены целевые показатели. По плану правительства инновационный кластер должен быть сформирован как органическое соединение нескольких элементов. С моей точки зрения, это чрезвычайно важное и нужное событие, потому что те технологии, на которых развивается очень много предприятий Ульяновской области, сейчас подошли к определенному рубежу, за которым технологический прорыв необходим. Мероприятие закончилось подписанием двух соглашений об официальном создании кластера и о сотрудничестве. Свои подписи под вторым документом поставили представитель немецкой академии менеджмента Нижней Саксонии, исполнительный директор Ульяновского корпоративного университета и губернатор Ульяновской области. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.